А, сейчас пролистаю, друзья, подождите. Так. Сейчас, все, долистал. О, Юлианда, привет. Есть такое. Русанов часто пьет. Не знаю, спросить у него, часто ли он пьет. Привет, Юлька. Я хорошо. Давай после трансляции спишемся, если ты меня видишь, слышишь, если ты еще не вышла. Нет. Я такой, нет. На проекте нет, не тяжело. Ну, поначалу, смотря как вы адаптируетесь. Кто-то сразу с жизненным позициям приходит, кто-то сразу жизнью, так скажем, ну, в жизни обжигался, уже есть какой-то багаж за спиной. Ты на дом 2, да, но не на ССЛ явно. О, друзья, кстати, подскажите, пожалуйста, я смотрел в Кинопоиске новые фильмы. И я так понимаю, что из-за пандемии некоторые фильмы перенесли свои премьеры. Некоторые, да, фильмы перенесли свои премьеры, значит, попозже. Есть пара фильмецов, так скажем. Я смотрел трейлеры. Короче, посоветую, что посмотреть классное такое. Мне хочется и триллер, и что-нибудь романтическое. Не обращаю внимания на идиотов, Никита. Да, господи. Куда без них, вы же знаете. Чем отличается Дом 2 от СССР? Ну, в Доме 2 ребята строят любовь, только все у них зарождается. Они идут к чему-то светлому, большему. А на СССР уже пара женаты. Либо уже такие, которые уже беременные, к примеру, ну, к слову говоря. Что? Ты в эфире? Да. Закрывай его, идем, ладно, обсудим, потом обратно. Сейчас иду. Так. Ну, романтика, вы же понимаете. Ты что, переезжаешь, что ли? Ви! А? Ты в первую? А, давай. Друзья, пройдите, пожалуйста, на бар Вика и Никита и обсудите, пожалуйста, лобное место. Границы в России закрыты. Можно вылететь на лечение, учебу и уход за родственниками. Хочется на море, смотрел. Счастливое число Славина. Не, ты смотрел. Сейчас за скриню, подождите. Так. Я люблю все. Я вообще и меломан, и вообще во всем. И в музыке, и в фильмах. Вот то, что зайдет, то и зайдет. Ага! С этим где он? Я зову, кричу. Никитос, а пойдем на бар? У нас там сюжетов не было. Я. Или новенький Никитос. Ладно, друзья. Побежал строить любовь на баре. А, ну вот. Он. Все. Нет, не ухожу я от вас никуда. Пожалуйста. Окей. Все, друзья, люблю вас.